Наш президент вчера в течение 6 часов вел переговоры в Париже. Мы приветствовали эти переговоры и считаем крайне важно двигаться вперед. Хотя не найдены ответы на многие вопросы, тем не менее сам характер переговоров, общение непосредственно с своими коллегами Зеленским дадут позитивный эффект. Я прекрасно понимаю, что Зеленский является пленником бандеровцев, националистов и нацистов, которые есть на Украине. Но тем не менее, эта проблема должна решаться. И очень важно, что там было особо подчеркнуто, что почти 40% граждан Украины – это люди, которые являются русскоговорящими и русскоязычными. И отстаивание наших интересов, начиная с Донбасса, включая все глубинные районы Украины, это вопрос принципа. Президент его дважды подчеркнул в ходе ответа на многочисленные, прежде всего посвященные 150-летию со дня рождения Владимира Ильича делегации, активно будут участвовать в этих мероприятиях. Мы в апреле проведем встречу 150 делегаций всех стран мира, на которой рассмотрим проблему вызовы 21 века и обновленный социализм. Слово сказать, мой заместитель Новиков недавно участвовал в крупном форуме в Китае, который проводится ежегодно по проблемам социализм и 21 век, и выступал там с докладом. У меня в Китае вышла третья книга. «Глобализация и судьба человечества» была подготовлена почти 20 лет назад. Я, встречаясь с руководством Компартии, отвечал на многочисленные их вопросы. Почти 6 часов продолжалась беседа, на которой они официально выясняли причины поражения СССР и КПСС и многое сделали для того, чтобы уйти от таких же проблем и трудностей. Они и у них в свое время назревали, мы это видели на И Дэн Сяопин предложил модернизацию 4 реформ – промышленность, сельское хозяйство, кадры и наука, и страна 7-мильными шагами двинулась вперед. Затем они внимательно изучили наши предложения по развитию патриотических сил и провели последнюю работу России под прицелом глобализма. Я в свое время, когда еще Китай занимал 11 место по ВВП, написал главу «Китай как сверхдержава». Надо мной некоторые посмеялись. Тогда Китай производил около 2% промышленной продукции, а мы производили более 15%. Сегодня Китай производит более 15%, а мы топчемся на 2%. Китай за 70 лет своей новейшей истории – имея более 9%. Но в Китае есть особые районы, как и в любой стране. Есть провинция Хэнань, в которой сегодня проживает 109 миллионов человек. На 20 миллионов больше, чем в самом крупном государстве Европы – Германии. Я там был в этот раз третий раз с интервалом 10 лет. Мне очень интересно было на примере этой провинции увидеть динамику развития страны. Эта гигантская провинция имеет великолепный промышленный потенциал, производит каждую пятую тонну пшеницы. Здесь, именно в этой провинции советская страна по решению Сталина и Мао Цзэдуна построила 7 лучших предприятий. После переговоров Сталина и Мао Цзэдуна был подписан договор о дружбе. На второй же день после создания Китайской Народной Республики СССР признал ее. Еще через 2 дня было учтено к высотам той цивилизации промышленной, которая представлял нам на всемирной выставке в Шанхае достижения своей страны. Он отчего подчеркнул, сказал, да, сложно сделать такой классный автомобиль, как Мерседес или Тойота, но мы пойдем вперед. И мы были еще на одном крупнейшем предприятии по производству современных автобусов. Поставляют автобусы во все ведущие страны мира. Делают все виды модификаций, включая двухэтажный автобус, который курсирует по Лондону. Высочайшая культура производства, великолепные технологии. Но они сделали еще один шаг вперед в области духовного и экологического развития. Проезжая от столицы провинции Хэнаньмэнь в Лоян, там почти 200 километров, обратил внимание,
что дорога в идеальном состоянии, территория озеленена, великолепно смотрятся все сельхозугодия. Посетили деревню, где нам показали не только цветущие растения и прекрасные поля, но и деревня духовно развивается, их местную оперу, великолепный ансамбль, культурный центр, так же, как и в Лояне показали культурный центр, где в выходной день аудитории были забиты, где работают и преподаватели, которые передают им знания русского языка. Я особо хочу подчеркнуть, что мы вместе с руководством Китая наметили программу поддержки народных предприятий. Они с восторгом смотрели и слушали, как мы добились выдающих успехов в совхозе имени Ленина, на который сегодня идет рейдерская атака во главе с продажными прокурорами, судьями и всяким прочим жульем. Они с восторгом слушали о том, как мы добились классных результатов в совхозе Звениговске, как развивается пятилетка Левченко, как в Иркутской области родилось новое хозяйство «Соли Сибирской», в котором сегодня самая высокая зарплата – 109 тысяч. Они поддержали с энтузиазмом идею «Сад во имя победы», «Сад жизни», «Сад бессмертного полка», «Сад будущего». 27 миллионов жизней положила советская страна на алтарь победы над фашизмом. 30 с лишним миллионов положили китайцы на алтарь победы над японским милитаризмом. Они чтят эти даты, готовы вместе с нами отмечать 75-ю годовщину и будут участвовать во всех ключевых мероприятиях. Товарищ Си Цзиньпин сказал, с удовольствием приедет и на парад, который пройдет 9 мая в Москве. Но нам вручили парад в Пекине, посвященный 70-летию. Советую всем грамотным людям, посмотрите КПРФ, смотрите, удивляйтесь и радуйтесь. Я был первый раз, когда ездили на велосипедах и осликах. Сегодня это могучая индустриально-промышленная, высококультурная держава, которая предложила один пояс, один путь. Это программа объединения Европы и Азии, где Россия играет роль евразийского моста и может уверенно смотреть и развиваться в будущее. Они предложили сообщество единой судьбы человечества, где ни американский глобализм, ни нацизм, ни бандеровщина господствуют. Господствует уважение культуры, дружбы, языка, веры, традиций, обычаев, которые несет миру и великая китайская цивилизация. Мы имеем, как и Китай, многотысячелетнюю историю. Но эта история имеет будущее при условии, если руководство нашей страны понимает и глубоко оценивает происходящее. Меня порадовал ответ Путина на форуме «Россия зовет», где было 2500 инвесторов со всей планеты. Когда его спросили, в чем успех Китая, он сказал, Китай сумели соединить умелое и умное верховное руководство с возможностями рынка и с подготовкой классных специалистов. В Китае сегодня 270 миллионов классных специалистов, полсотни университетов высшего качества. Китайцы сегодня учат своих специалистов во всех ведущих университетах мира, но они возвращаются домой строить и развивать свою страну. Я считаю, что антикоммунизм, антисоветизм, русофобия, которые и сегодня сочится из разных репродукторов, телеканалов, является и осознает, что БРИКС, ШОС и стратегическое партнерство с Китаем играет главную роль против того навала и напада, который англосаксы организуют нам. Вот очередное решение ВАДА – это и есть новая атака. То против дипломатов, то против спортсменов, то против русской культуры. Нам надо сплачиваться, объединяться и укреплять свои позиции. Но без обновленного социализма решить эти задачи невозможно. Маятник истории пошел влево. Ни нацисты, ни глобалисты, ни бендеровщина, ни фашисты, никто его не остановит. Надо вовремя это понять и использовать в своих интересах ленинско-сталинскую модернизацию и уникальный опыт китайской цивилизации.